продукты по ценам ниже рыночных. В Астане на площади перед развлекательным центром «Думан» развернулась сельскохозяйственная ярмарка. Свои товары жителям и гостям столицы предлагают 150 поставщиков и производителей из Астаны, а также Акмолинской и Карагандинской областей. Купить можно овощи и фрукты, кисломолочные, кондитерские и макаронные изделия, мед и яйца. Из-за дождя покупателей с утра было немного. Впрочем, как сообщили организаторы, закупаться продуктами на ярмарках все желающие теперь смогут каждые выходные. Ярмарки будут проходить еженедельно, с пятницы по воскресенье. Ярмарка проходит в целях стабилизации цен именно социально значимых продовольственных товаров. Цены на ярмарке ниже рыночных на 10-15%. На ярмарке представлено более 200 тонн продовольственных товаров.